взлетает сверхзвуковой реактивный истребитель. Самолет пилотирует герой Советского Союза, полковник Лихачев. Участник Великой Отечественной войны, он совершил 180 боевых вылетов. Скорость машины, которую он сейчас ведет, в два раза превышает скорость звука. Потолок более 20 000 метров. Специальные цветные дымы помогают зрителям наблюдать за полетом. Такие фигуры высшего пилотажа не только для парада. Без них не может обойтись воздушный бой, высокоманевренный и быстротечный. Еще сложнее выполнять на сверхзвуковых машинах групповой пилотаж. Эту четверку в строю ромб ведет майор Восконян. Красотой такого полета напряженный труд многодневных тренировок.